Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Rage. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии побывали в мертвом городе, улучшили свой дефибриллятор, проанализировал наш доктор Филтрит, и надо будет возвращаться к мэру, доложить о результатах. Я предлагаю нам здесь с машинками не заострять свое внимание, потому что у нас уже пол здоровья, даже меньше половины, а нам нужно с вами доехать, поэтому просто тупо возвращаемся. Я вот уже горю, получается. Это плохо. Это плохо. И надеюсь, мне хватит денег на ремонт. Очень много мы с вами в прошлой серии понасобирали всякого хлама. Сейчас все это дело продадим, конечно же. Патроны ракет пока на машину хватает. Поэтому я особо тратиться не буду. Будем сейчас копить деньжата. процентов нанесли урона. Офигеть. Сколько будет стоить ремонт? 69. У меня 157 средств. Слышал, ты ходил к деду Квасиру? Он столько всего знает. Слушай его, он того стоит. Окей. Нам нужно будет сейчас тогда сдать задание Сале, чтобы получить хоть какие-то деньжата. А ты хороший стрелок. Надеюсь, скоро увидимся. Так, 12 гоночных, 120 баксов. Хорошо. Теперь относим образец мэру. Как интересно и как тревожно. Спасибо, что помог нам. Вот твоя награда. 200 баксов. Что? Слышишь? Опять этот колодец. Это Карлсон-параноик, вечно всего боится. Наверняка ерунда, но не мог бы ты проверить, в чем дело, м? Да, без проблем. Это получается сюда, наверное, да? Здесь же управление колодцем. Наконец-то мне прислали подмогу. Ситуация критическая. Слышишь, критическая. Нужно действовать быстро. А в чем прикол-то? Да. Меня зовут Карлсон. Я главный по колодцу. Я был внизу, проверял оборудование. Вдруг ворвались бандиты, стали везде шарить. Еле выбрался оттуда. А теперь они угрожают отравить воду. Знаешь, что тогда случится? Городу конец. Этого нельзя допускать, черт возьми. Надо разобраться с бандитами. Надежда только на тебя. Как всегда. Захваченный колодец. Я был в колодце, осматривал оборудование, когда на нас напали бандиты из клана призраков. Я едва не погиб. Что еще хуже, они собираются отравить наш источник воды, а этого нельзя допустить. Вот, возьми эти электрострелы, стреляй ими по бандитам, которые стоят в воде, и они получат хороший удар током. Принеси мне этот токсин, иначе всем нам крышка. Окей. Хорошо. Останови их и забери яд, пока они не отравили воду. Я дам тебе электрострелы. Если какой-нибудь тупой бандит стоит в воде, стреляй в воду. А теперь иди и удачи. На тебя вся надежда. Принеси мне яд, иначе мы погибнем. На тебя вся надежда. Принеси мне яд, иначе мы погибнем. Приятно слышать такие слова, что типа... Надежда только на тебя, больше ни на кого. Так, ну тут ничего нет, значит спускаемся в колодец. Живой какой-то есть. Они выскочили из ниоткуда и схватили нас. Поможешь? Бандиты уже за углом. Возьми электрострелы и сделай, что сможешь. Так, хорошо, электрострелы. Значит, надо типа потихаря пойти. Давай попробуем пройти потихаря. Проще простого. Тупицы были даже без пушек.
Нет, что никого здесь нет. Поищи! Не теряй бдительность. Неплохо. Надо затопить мой клинок. Нужен новый клинок. Вот где он? У меня мясо в зубах застряло. Блин, а нам бы лучше, конечно, переключиться. Зараза! Я думал, он там один! Черт возьми. Ладно, по-тихому закончилось. Их тут целая толпа была. Я думал, он здесь один, блин. Это было бы классно, конечно. По-тихому вырубил бы его, да и все. Но тут целая толпа. Это, походу, где-то здесь сидел, да, чувак? Опа. Что за гребаные ворота? Наверное, ничего. Наверное, ничего. Так, а тут что? Да, тут реально ничего. Ну-ка, давай-ка на электрострелы. Ты что творишь? Удачно. Ой, как удачно. Хорош. Чужак. Это вообще-то вы тут чужаки. Я вроде как уже в своем городе. Блин, у него тут целая бригада была. И все погибли. Опа. Вот эту вещь надо взломать. Обязательно. Так, давай, 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 давай. Беру его на себя. Понятно. Здесь уже по-тихому не получится. Хорошо. Кто еще желающий? Музыка мне не нравится. Осторожно! Он заходит с фланга! Порви его! Я тебя на кусочки разрежу! Давай, 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 давай! Разрежь меня тут на кусочки! Мне это не нравится! Он здесь! Мне надо наверх попасть. Я чую, он здесь. Ты, за ним. Ай, ты пес. Еще и живой. Какой, а? Ямакаси сраный. Фу. Эй, там!
все? Офигительно. Я его вижу. И я тебя вижу, чувак. Зараза, решили взять меня в ловушку. Не получилось. Почему они таким образом на город не нападают? Такой толпой, да? Я здесь. За ним. Я. Ты. Иди сюда, сукин сын. Да как ты выжил, чувак, блин? Мы в жопе. В жопе вы полный. Иди сюда. Вот он. Ага. Все понятно, чувак. Зараза. Давай, перезаряжаемся. Он здесь! Моя кровь только укрылась! Все. Так, тут всякий хлам, хлам. Я даже не успел хлам-то продать. Меня сразу отправили на задание, блин. Во, картечь есть, хорошо. Перезаряжаемся. Опа! Блин, серьезно? Зашел прям на пролом. Как-то, если честно, не ожидал здесь тут никого увидеть, блин. Опа. Нычка. И карту получили еще, да, одну коллекционную. Он еще и поранился. Неаккуратный парень. Так, с вас все пособирал. Погодь, а как сюда попасть? Пока непонятно. Ладно, спускаемся вниз. Пойдет. Перезаряжаемся. Вперед! Я тебе голову. Ух ты, еще и ногой, блин. Ты смотри, какая зараза. Он еще и ногой машет, а. Все? Пришлите подмогу. Вот он. Кто-нибудь, подорвите его. Я тебя по стене размажу. Получи. Ну что ж. Вперед. Получи, я спешу!
Тихо. Что это был за звук? А, решетка поднялась. Думаю, он близко. Мы его сделали. Ай, зараза. Иди сюда, не идите на цель. Беру его на себя. Что за черт? Все? Ты за ним. Зараза. Ну, вылазь. Получи. Зараза, не дают мне открыть ворот, ты смотри. Я его вижу. Иди сюда, сукин. Да неужели? Да неужели это смог? Чужак! Так, это я заберу. Но в кого они стреляют, я не пойму. Кто это был? Эй, внизу! Вообще-то я наверху, внизу это ты! Блин, и кто такой? Сюда, пошли! Ну пойдем. А можно мне в укрытие? Спасибо. Открой эту дверь. Этим и занимаюсь. Что за херня? Нам нужна помощь. Подай канистру с ядом. Он там. Я тебя почти не разумею. Получился. Зараза. Сволочи. Слышь, ты что такой бессмертный, что ли, собака? Я его вижу. Там. Перезаряжаемся. Ну, забирай свой яд и валим отсюда. Забирай этот яд. А я должен забрать? Тогда подожди. Нам не к спеху. Мы сейчас побегаем, пособираем. Вот, еще и коллекционную карточку нашел. Так что не спеши, чувак. Уже все, они закончились. Сейчас только я возьму, и начнется опять миссия. Поэтому... спокойно, пособираю ресурсы, все это пригодится, все это нужно. А потом уже будем выбираться отсюда.
Так, а как к тебе попасть? Он у меня прыгает плохо, понимаешь? Да ладно, смог. Смог, неужели? А, это яд как раз, да? Хорошо. Что-то мы с тобой будем делать, да? Ну давай. Опа. Подожди. О, все понятно. Чё-то бандюганы вообще уже оборзели совсем. Ничего нету. Ладно, выходим. Воу, ты молодчина, друг. Спасибо. Ага, понятно, откуда я вылез. Кстати, а может быть что-то появилось у шерифа? Какое-нибудь задание новенькое. Чувак, я к тебе тоже подойду потом. Нет, у шерифа все, даже дверь закрыта, даже не пускают. Чёртовы беспилотники правитель. К тебе потом. Хорош спать. Алло. Слышь? О, проснулся. Ну, поднимай свою сонливую с жопу. Чё не так? Что у нас тут с заданием? Отнеси токсин... А, Карлсону, блин, это ж туда переться. Ох ты, ё-моё. А я думал мэру отнести. А, так, оказывается, Карлсону надо тащить. Это же этому Карлсону надо притащить сюда же. На. Просто с ума сойти. Ты вернулся живым и спас целый город. Бандиты теперь подумают, прежде чем связываться с нами. Теперь насчет яда. Не знаю, что в нем такое, но явно ничего хорошего. Надо бы показать его старому квасиру. Может, опознает. Здесь его по-любому держать нельзя. Слишком опасно. Вот. Отвези это ему. И он поймет, что делать, если бандиты применят это снова. Знаю, я многого прошу. Но ты не сгоняешь к нему на север? Вот с этим ядом. Смертельный груз. Я не знаю, что это за токсин, но ясно одно, он очень опасен. Ты не мог бы отвезти его доктору Квасиру? Он позаботится о том, чтобы токсин не попал в чужие руки. Спасибо за помощь. Береги себя. Окей. Спасибо за помощь. Осторожней там, в пустошах. Смотри, не позволь яду попасть в чужие руки. То есть за мной будут охотиться. Замечательно. Просто фантастика. Но... Яд мы с вами уже повезем, наверное, все-таки в следующей серии. Поэтому давайте под конец этой мы немножечко погоняем. Только для начала надо будет загулять к торговцу, продать лишнее все. Так, здесь получается я все выполнил, больше никаких заданий не будет. А вот к торговцу загулять не помешало бы. Кстати, по поводу вот этого получается филтрита. Он только на продажу. Его можно продать. Какой смысл его копить? Напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего его копить. Я пока не буду продавать. Буду ждать ваших комментариев по поводу килфрита. Поторгуем. Да-да-да, продажам. Продажам. Так, начинается хлам отсюда. Продать, продать. Ну вот, 1300 баксов мы с вами заработали. То есть, в принципе, теперь уже можно что-то и купить полезное. Допустим, это у нас добавляет к вашему пулемету лазерный прицел. Чё бы нет, покупаем. Плюс здесь коллекционная карта «Большой мутант». За 1000. За 1000! Офигеть! Берем. Берем обязательно. Долго ты списываешь 1000?
Так, бинтиков сколько у меня в наличии? 11. Надо будет прикупить. На 2 бинтика меня хватит. Приятно иметь с тобой дело. А и мне приятно с тобой иметь дело. В общем, валим. Идем на гонки. Немножечко поучаствуем в гонках. Добрые жители источника. Этот город многим тебе обязан. Спасибо. Хочешь поделиться? Ну и что тут делаешь? Ты смотри, взрывчатку бы лучше бы снял бы, чувак, а потом бы уже играл бы в машинки. Хочешь выиграть пару сертификатов? Да, тощи, давай поиграем во что-нибудь. Здесь 30-ка, здесь 30, нужно 15, здесь нужно 70. Окей. Так, ну это получается я выиграл, да? Участвуем в этой гонке. Поехали. Удачи. В принципе, все понятно. Давайте начинать. Здесь у нас пока без стрельбы, но следующая будет уже со стрельбой. Чтобы понимать, где финиш. Блин, ну как так-то, ну? О, ё-моё. В принципе, догнать их не проблема. Проблема заключается только в другом. Они, заразы, получается так, что меня по-любому догоняют. Да куда же так поворачиваешь-то, ну? Господи, какие-то проблемы с этой тачкой. Так, все, последний круг, друзья. Последний круг. Вот тут бы сейчас бы не облапошиться. Не-не-не, чувак, я первый. Уж прости меня, но я первый. Нет, смысл еще раз. Давай дальше. Хочешь глянуть список заездов? Да, хочу, хочу. Окей, здесь заработали, теперь следующий у нас. Сюда надо еще поставить ракеты. Ага. Пулеметы, в принципе, есть. Тогда немножко подожди. У меня сейчас... Увидимся. Да-да-да. Смогу поставить сейчас пулемет? Вернее, ракетницу. Таких запчастей нигде не найдешь. Да-да-да. Давай посмотрим. Глянешь мои товары? Гляну. Так, это за деньги. Да, у меня сейчас получается 69. Значит, я могу поставить ракетомет. Я его покупаю. Дальше. Здесь максимальный поток, держитесь крепче, максимальное ускорение. Допустим. Здесь стандартные шины. Качественные шины. И качественные шипованные шины, да? С шипами. 25. Ну, допустим. Спортивная подвеска лучше амортизирует толчки. Вот это вот хорошо. Хотя надо, по идее, еще и движок поставить. Окей. Покеда. То есть получается, чтобы мне дальше пройти, мне надо заработать. Сейчас у меня, получается, ничего этого нет, да? Посмотри доступные заезды. А, нет, я могу открывать. То есть я всего заработал 45, и отлично.
Ну, мы здесь тогда с вами завершаем, да? Осталось, получается, здесь две гонки. Гонка с пулеметом и гонка с ракетами. Поехали. Удачи! Так, ну это мы все знаем. Тоже так же получается три круга, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Оружие включено, замечательно. Зараза. Тут тяжело быть первым, да? Офигительно. Зараза. Так, 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 я, получается, сейчас первый, да? Первый. Отлично. Последний круг. Юху! Ха-ха-ха! Замечательно. Дальше посерьезнее пойдет дело, потому что там пойдут ракеты. Хочешь выиграть пару сертификатов? Да, я хочу здесь уже закончить с новичком. Пыльная 8 с ракетами. Ну, давайте начинать. Не спать! Так, у меня, получается, 3 брони всего лишь имеется в наличии. Может, пока мне не стоит их обгонять? Офигительно. Ё-моё. Ладно, я понял. Тут лучше уходить. Ну куда же ты, блин, заехал-то, ну? Пока нормально, пока идем впереди, хорошо. Чуваку не повезло. А мне пока нормально. Дай что? Как я не люблю этот поворот. Кошмар. Вот это уже подстава подстав. На самых последних секундах. Есть. Первое место. Чуваку не повезло.
Он такой уже, да-да, я первый, бац, и ты взорвался, класс. Ну что, в принципе, получается, мы все задачи для новичка выполнили. Давайте посмотрим, что у нас дальше ждет. Посмотри доступные заезды. Давай, посмотрю. Так, здесь мы, получается, уже на тачках, да, скоростная трасса. А, нет, мы все равно на баге. За 3 круга побейте рекорд, чтобы получить максимальное число гоночных сертификатов. Ракеты. Гонка без боя. Гонка с ракетами. А в чем разница-то? Отражение, поджигать. А, ну разные просто территории. Ага. Понятно. Опа! А здесь уже надо будет на Куприна ездить. Хм, круто. Так, а следующее у меня открыто? Еще 25 нужно. Окей. Увидимся. Окей, увидимся. Давайте, наверное, сейчас прикупим улучшение для машины. Все, что нужно твоей машине. У меня же есть там сертификаты. Да сейчас, подожди, выберу. Так, у нас осталось, получается, это дюноход. А, кстати, можно и Куприна улучшать. Ммм, круто. У меня 34 сертификата. Средняя броня Куприна. Пятнашка. Но пока я еще буду мотаться на баги, значит, надо будет улучшать до конца баги. Значит, лучше сейчас возьмем это двигатель Гром V6. Самый большой и мощный двигатель, который, в принципе, можно запихать в баги. Вот его мы с вами и возьмем. А настроить, это получается, ну сразу должно пойти стоять, правильно? Да, сразу же стоит Гром. Если его менять, то только на более слабый. Единственное, только, получается, я могу темы менять, но меня они особо не прельщают, поэтому... Пофигу. Будет летать. В общем, получается, мы с вами прошли одну часть гонок из трех, да? И нам надо будет следующим действием отправиться опять к этому доктору, отнести ему токсин. Но это мы будем делать с вами в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.